Итак, давненько мы вместе с вами не смотрели на очень реалистичные текстурпаки для Майнкрафта, и недавно я обновил свой ПК, и я решил, почему бы нам не заценить какой-нибудь из этих новых ресурс-паков, которые будут обновлять текстуры и делать их супер-мега-реалистичными. И сегодня мы вместе с вами посмотрим на текстурпак под названием NAP. Просто NAP, он бесплатный, вы его можете спокойно скачать, и он находится в разрешении 1024 на 1024 пикселя, поэтому сегодня мы на него посмотрим. Ребята, что ж, я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, вы поддержите вашим Лукасом вверх. Я обязательно буду смотреть на еще различные такие текстурпаки в будущем. Ну и, конечно же, перед началом рандомный комментос у нас залетает от Снейкерс 98 канала, который напишет «да» или «нет». Я бы сказал, что «да». Что ж, ребята, давайте приступать. Вы можете видеть, я здесь собрал практически, мне кажется, все блоки, которые были заменены в этом ресурс-паке, текстурпаке. Но пока мы не будем на них смотреть, давайте посмотрим немножко на вообще мир, как он теперь будет выглядеть. Понятное дело, вода у нас теперь заменена, она заменена даже с обычными шейдерами Cells. Я, кстати, их и использую сегодня. Если что, вы можете видеть Cells Renewed. И давайте посмотрим, например, на булыжник. Сразу скажу то, что этот ресурс пак не заменяет все-все-все вещи. Например, дверь осталась обычной, мобы остались обычными, трава осталась обычным, но многие-многие текстуры очень-очень круто теперь выглядят, и мне кажется, этот ресурс пак просто еще находится в разработке, и уже когда его закончат, мне кажется, будет просто супер-мега-класс. Но просто обратите внимание на этот булыжник. Мне кажется, я еще нигде не видел настолько крутого булыжника в текстурпаке в Майнкрафте. Единственное, что было бы здорово, если бы автор подправил, это углы. Вот, чтобы камень как бы соединялся вот именно под углом. Я знаю то, что это будет довольно-таки сложно сделать, но вы можете видеть, что вот в углу видно эту линию, и было бы здорово, если бы каким-то образом можно было ее убрать. Но, опять же, это, мне кажется, будет суперсложно. Но посмотрите, он реально 3D. 3D-булыжник. Боже мой, это реально просто шикарно выглядит, мне очень нравится, очень красиво. Давайте зайдем внутрь и обратите внимание, с освещением. И тут у нас еще и замшелый булыжник, вы можете обратить внимание, через него прорастает трава. Окей, если мы также обратим внимание на пол, то мы теперь можем заметить новую землю. Это у нас тропинка, новая трава, конечно же. На самом деле трава не так уж и круто выглядит издалека, но как только ты приближаешь, ты сразу видишь то, что здесь очень много детализации. Та же самая земля, вы можете видеть, можно видеть маленькие камушки, маленькие кусочки земли. Это очень-очень красиво выглядит, поэтому что ж, давайте посмотрим. Например, лист осталось довольно-таки плоской, я бы сказал. Мне кажется, ее еще до конца не тронули. Мне кажется, ее должны будут заменить на что-то более реалистичное. Мы видели ресурс-паки, которые заменяли листву таким образом, что это было просто вау. Но в этом случае просто заменили как бы саму текстурку листвы, и блок остался обычным блоком, и, в принципе, все. Мы также можем увидеть дерево. Вы можете видеть дерево довольно-таки крутое. Ну и давайте посмотрим, например, на дом кузнеца. Просто посмотрите на эту новую печку. Боже мой, посмотрите, как отсвечивает лава через вот эти вот металлическую окантовку, металлический край этого. Ну и давайте, например, посмотрим на дом кузнеца, потому что просто посмотрите на эту печку. Боже мой, насколько круто она выглядит. Посмотрите, даже лава отсвечивает. Если я приближусь с оптифайном, это пропадает, но можно видеть, как отсвечивает лава. Это очень красиво вот из-за этих металлических контуров этой печки. Очень-очень здорово выглядит. Да, и вот это немножко не вписывается в этот текстурпак, опять же, потому что этот блок еще не заменен. Та же самая дверь, я не понимаю, почему автор не сделал дверь. Это же было так круто, если бы всего лишь что заменить дверь, и все. Здесь уже целый дом был бы супер-мега новый. Но, окей, сами факела, вы можете видеть, они тоже теперь заменены. Замечательно. Сундучелло теперь у нас имеет вот такой замок, который тоже отсвечивает все вокруг. Это очень-очень здорово. И, в принципе, TNT, друзья, TNT, это я здесь поставил. Если что, что здесь-то происходит? Окей. TNT выглядит просто офигеть, как круто. Просто посмотрите на это. Это что у нас? Маленький таймер здесь. Офигеть. Я даже не заметил это раньше, но, да, ребята, настоящий динамит, сложенный вот в такую коробку. Очень-очень красиво выглядит. Что здесь написано? Дел... Чего? Я хочу посчитать. Дел Олено? Какой-то полено, я не знаю, о чем тут нам вообще рассказывают, но, в принципе, да, друзья, что ж, давайте все-таки начнем смотреть на каждый из этих блоков, которые я здесь расставил, потому что все эти блоки заменены, и у них супер крутая текстура, поэтому, я не знаю, давайте начнем, наверное, вот отсюда. У нас есть обычное стекло, которое, ну, как бы стекло, это понятно. Дальше у нас есть, например, замшелый камень. Мне кажется, теперь Крайская крепость будет выглядеть просто супер круто с этим новым текстурпаком. Если хотите, мы потом в конце выпуска туда слетаем. У нас есть новый верстак, который просто меня шокирует, просто посмотрите на детализацию, боже мой. Посмотрите, как отсвечивает сама пила. Все металлическое теперь отсвечивает, и это реально очень круто. Я вот смотрел на вот эти RTX шейдеры официальные от NVIDIA в Minecraft Bedrock. Я не понял вообще прикола.
Я не понял прикола, если обычные вот такие шейдеры в Майнкрафте выглядят в 100 раз круче. Я честно не понял прикола RTX в Майнкрафте. Это было немножко странно, но да ладно. Что у нас здесь написано? Creepers killed... А, сколько криперов убил? 5? 5 криперов убил, молодец. Что у нас тут еще можно найти? В принципе, да, друзья, вы можете видеть ножницы. То есть, внимание к деталям здесь супер-супер офигенное. Поэтому, а что я могу сказать? Смотрите, даже вот эти гвозди, и они отсвечивают. Дальше у нас идет вот этот алмазный блок. Но, если честно, я бы его сделал в стиле вот золотого блока, чтобы он отсвечивал, чтобы он выглядел реально... Как будто он блестит, ну потому что это алмазы. Ну ё, получился какой-то, знаете, похож на лазуритовый блок, хотя погодите, может быть это лазурит. Нет, это алмазный блок, я ничего не перепутал. Это реально алмазный блок, но у него очень мало блеска, мне кажется. Ну все-таки видно, что-то есть, но Не хватает еще чуть-чуть больше блестяшки. Друзья, это у нас обычный камень, если что, просто вот такой камень. Это у нас булыжник, который мы все прекрасно видели. Очень красивый булыжник, мне он нравится. Найс. Вы просто посмотрите на то, как солнце отсвечивает, которое сейчас на закате находится. Вау, просто шикарно, мне очень нравится, как это выглядит. Очень-очень красиво, золотой блок меня реально прикалывает. У нас уже темнеет, я думаю, даже круче. Таким образом, эти блоки приобретут такой, даже, так сказать, вечерний шарм, потому что они блестят и все такое. И это, если что, железный блок. Вы можете видеть, он просто шикарно выглядит. Представьте, построить целый дом из такого, из таких блоков, он выглядел бы просто, ну или какой-нибудь ангар, или что угодно. Постройки из этого блока выглядели бы просто-просто шикарно. Опять же, вау, шикарно. Слушайте, возможно, я просто давным-давно не играл с хорошими резус-паками и шейдерами. Реально очень давно. И для меня это все выглядит супер круто. Это у нас нотный блок. Вы можете видеть тоже, внимание к деталям. Супер-супер детализировано. И опять же, повторюсь, этот текстурпак в разрешении 1024 на 1024. Поэтому, ну, имейте это в виду. То есть есть текстурпак, который еще больше. 2048, если не ошибаюсь, есть. И мы обязательно таки посмотрим, так как у меня теперь есть новый ПК, у меня ничего не лагает. Сколько у меня FPS, интересно? 50 FPS, почти 60, очень даже и неплохо, потому что у меня стоит рендер-дистанция 18 чанков, друзья, поэтому довольно-таки забавно. Что ж, это у нас угольная руда, очень красиво выглядит, все руды здесь теперь выглядят просто супер круто. Обратите внимание на этот уголь, который выпирает из этого камня, просто найс, просто круто. Это, если не ошибаюсь, золотая руда, который я бы тоже, ну хотя, я даже не знаю, я бы опять же сделал золото немножко более блестящим, ну хотя, опять же, это дикая руда, поэтому золото, оно все равно не так сильно блестит, когда его отполировали, но все равно, мне кажется, чуть-чуть больше блеска. Здесь его вообще, мне кажется, нету блеска. Ноль блеска. Поэтому дайте мне немножко побольше, окей. А дальше это гравий, если что, возьмите, посмотрю. Да, это у нас гравий. Теперь мы можем видеть тоже, внимание к деталям, супер много маленьких камушков. Выглядит очень-очень здорово. Лазуритище, посмотрите на это. Опять же, просто вау. Что я могу сказать? Очень красиво, TNT мы уже видели. Шикарно, я так и не понял, что там у нас внизу написано. Бум. Какой-то бум. Окей, хорошо. Это у нас вырезанная тыква, друзья, если не ошибаюсь. Обычная пампкин, обычная тыква тоже теперь у нас заменена. Если мы посмотрим вот сюда, мы ее поставим. Да, теперь она тоже замененная, вы можете видеть. Блин, каким-то образом автор сделал так. Погодите, а это что за иллюзия? Что происходит? Погодите, друзья, немного... What? Вы это видите? Каким образом это работает? Мне кажется, я понимаю, типа, автор хотел сделать так, чтобы была такая оптическая иллюзия, чтобы мы всегда видели эту тыкву в 3D, но получилось немножко кривовато. Погодите, может быть? Да, мне кажется, он сделал это наоборот. Он перевернул текстуру. Эта штука должна быть наоборот вот с этой стороны повернута. И тогда она каждый раз будет поворачиваться к нам, и это выглядело бы в 3D. Тут какой-то небольшой баг произошел. Например, мне кажется, вот с... Не знаю, друзья, я честно не знаю, что здесь происходит, но... What? Я схожу с ума. Окей, хорошо, у нас есть печка, которую мы все прекрасно видели, супер крутая, супер красивая. Это у нас джукбокс, музыкальный блок. Погодите, я даже не Вау, Red Tones, я даже этого не видел, друзья, офигите. Здесь, смотрите, есть каждая кнопка, где можно выбрать различный Minecraft трек. А здесь немного кровищей, друзья, это еще штука. Погодите, 11-й трек это какой? 11-й трек, 11-й, 11-й. Окей, хорошо. Это у нас изумруды, друзья, вы можете видеть. Опять же, очень красиво выглядит. И сам изумрудный блок тоже довольно-таки забавный. Мне кажется, даже какой-то он слишком такого токсического цвета. Токсичного цвета, я даже не знаю. Это зелено-бирюзо-голубой, я даже без понятия, что это такое. Окей, хорошо. Дальше у нас есть редстоун, который просто шикарный. Я очень-очень обожаю редстоун в этом ресурс-паке. Опять же, к сожалению, обычно, например, редстоун, все вот эти, все предметы не были заменены, и это очень грустно, потому что редстоун остался обычным. Я очень надеюсь, что автор доделает полностью этот ресурс-пак и заменит здесь просто все. Было бы просто шикарно. Окей. И это у нас песчаник и всякий обтесанный песчаник, декоративный песчаник и сам песчаник. Вы можете видеть, выглядит супер круто. И
А, да, друзья, вроде бы и есть еще блоки, которые я наверняка пропустил, но вот так вот мотая я... Погоди, обсидиан, конечно же, мы не посмотрели на обсидиан. Ох ты, какой красивый. Вау. Вау, мне очень нравится, как он выглядит. Мне очень нравится, как он выглядит. Очень-очень круто. А, ребят, то, что я хотел сделать, я вам говорил, я хотел отправиться в Крайскую крепость, посмотреть, как она будет теперь выглядеть изнутри, просто для атмосферы. Погодите, ковры были заменены. Вот что я пропустил. Просто кавер. Окей. Спасибо, автор. Спасибо, автор, за кавер. Давайте быстренько посмотрим, может быть, еще что-то есть. Адские блоки, например, не были заменены. Назарак остался обычным. Адские кирпичи тоже обычные. Портал в край. Крайские блоки тоже не заменены. Так, одну секунду. Вот призмариновая стена. Нет, почему-то мне показалось, что она заменена, но вроде бы нет. Окей, я думаю, да, вот все предметы остались обычными, как вы можете видеть. Все мобы остались обычными. Но окей, я думаю, самое время сделать локейт, стронгхолд. Давайте отправимся туда и посмотрим, как это все у нас будет выглядеть изнутри. Ну где я? Ну что я? Ну почему я здесь? Куда? Куда? Ниже? Yes. Посмотрите, как здесь теперь все выглядит. Найс. Еще и с этим красивым освещением динамическим. Очень-очень круто. Мне кажется, довольно-таки забавно. Вы можете видеть эту травинку, которая прорастает через эти... Ну или мох, как хотите, называйте эту штуку. Короче, блин, друзья, очень довольно-таки забавные, забавные ресурс-паки. Я просто давно не смотрел на такие ресурс-паки, текстур-паки. Я даже не знаю, как их правильно называть. Наверное, все-таки это текстур-пак. Ресурс-пак, мне кажется, заменяет иногда модельки. Хотя тут тоже модельки заменены. Хотя это текстуры, хотя это модельки. Я, честно, не знаю, как это правильно назвать. Но мы обязательно посмотрим на еще всякие различные текстур-паки. Есть очень много супер-мега-реалистичных ресурс-паков, за которые нужно платить. Я не против заплатить небольшую денежку, показать вам его, потому что, например, у какой-то есть Умесо, мы на него смотрели давным-давно, какой-то фотореализм, есть еще куча-куча таких ресурс-паков, которые на Патреоне можно заплатить денежку и таким образом получить ресурс-паки. Есть даже разрешение 2000, как я и сказал, 1000 пикселей на 2000 пикселей, это будет супер-мега круто. С новым ПК я вам смогу это показать, поэтому, что ж, ребята, если вам понравился видос, ставьте лукас и подписывайтесь на канал, жмите колокольцы, всякие такие штуки. С вами был Кекс. Всем пока.